центральной мечети Назрани сегодня многолюдно, как в пятничный день. Нет, люди собрались не для совершения рузба. Они здесь, чтобы вспомнить нашего пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и да приветствует, и прочитать в честь него мавлид. Сура из Священного Писания начинает мероприятие «Молодой муталим». В этой суре Всевышний в Коране клянется, что тем, кто уверовал и совершал праведные деяния, уготована неиссякаемая награда. В поисках этого и собрались сегодня все в мечети. Имам Хазир Цалоев поведал в проповеди, что свою уму пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и да приветствует, назвал своими братьями. Так как не видя его воочию, не слыша от него проповедей, мы последовали за ним. Я Расулла Ханьял Ханьял Асханыш, сей вечерыш Чангаха, царь Борзу Яхавел Суяш. Я Расулла Ханьял Асханыш, Адасна Ихуагака, ходите Хадижи. Балантум Асхаби Я Пеймур, что за Асхаби Я. Савежи Болыш Байшар, Солтех, Богу Болыш, Собальбейну Уатыш. Сос индуларыш, иш бы сэвэжилияр. Хуанда Атос ина дина, да сон хас болыч, елс болер тригач, цу хасныч ир ха ица хи. Цу сэвэжилиш, хи молди, су хижи-хижиш, цар солах кубуа, су тубуа або сэвэжи бэш, цар бизи баха белсу я хэти. Да царя долды. Не за вкусными явствами, а за укрепление мира в исламской уме Ингушетии. С этой целью сегодня здесь собрались люди разных возрастов и профессий, в числе приглашенных и представителей общества слабовидящих и незрячих, а также общества глухонемых республики. Средства для покупки всего необходимого для мавлида предоставил глава Ингушетии. Собравшийся в своих молитвах вспоминает всех погибших мусульман, просит прощения грехов. Такие собрания мусульман приносят большую пользу для умы. Укрепляется братство и родственные узы, ведь ислам сплачивает братьев по вере. Чем был жертвам ялдер, ход здесь халер, ах, бак, нах, дуаль, дыр, дихар, дыр,
Махмуд Али, вы почавые был хабер. Цена узкахигачана, узхадяхка, чуана, тих, дели, вы устажжесхал. Я дик бог бы, ере кам ваша тоже бог бы. Кам барту абир бог бы. Тахана, как никогда гаска адла ялчи, вы кама ищи бы, я бог. Ани ялчи, кезик ищ да ха бы, жи барту ады дал эндали, дел низит. Дел ялчи низит, вы устажи низит, барту ады, вы дал бушей Мухаммад, то барту абал вы. Далее, собравшись в большой круг, участники мероприятия приступили к самой важной миссии. Все строки Мавлида восхваляют самого лучшего из людей пророка Мухаммеда. Да благословит его Аллах и да приветствует. Мавлид в честь появления на свет Мухаммеда, да благословит его Аллах и да приветствует, собрал людей разных вирдов и течений. Все разногласия отводятся на второй план. Главное сегодня – это признание пророка. Эште дала март было ждадах, дал цаждал ждадах, не злобвей, абон не злоб. Мярш арбян малварж, ар малварж, мярш цакуачил. Вей диез лыж, вей вежри, вей еджри, ахит ми Аллах дел. Дал марша хол, могуш ба чаны. Таан кита, сисидул эльши лавашки, дал биркета долвей. Бусына дал бартис табулд. Тахана я мол дижер фатиалши, Бусов здесь чуть охлор, дели чилехмбер. Так они мохотало бусы. Аж те ваши тоже, вот я еще ваши дух дизеры, ваши меги хлор. Эгер кете дарфут, эгер кете дарфут, ваши дух дизеры, ваши меги хлор. После официальной части и прочтения Мавлида прихожане отведали приготовленные угощения. Муслим Ганиев, Адам Далаков, Новости 24.